Смотрим, друзья, что это такое. Только что мы разобрали замечательный трек про расставание. Слушай внимательно, что это такое. Ладно, это не то. А, есть клип у нас здесь? Да, у нас есть клип. А, теперь мы должны его поставить. Так, это продолжение юмора, да, на самом деле. Мы просто дурачились очень долго. Очень долго мы дурачились. Так, сейчас. Да, здесь мы слушали вот так, короче. Здесь мы слушали вот так. Если кто-то не в курсе, мы сидели на стриме, дурачились, и это звучало все вот так, короче, да, друзья. Сейчас я вам покажу, как это все звучало. А вы не знаете, да? Конечно, нет. Откуда вы можете знать? Откуда вы можете знать, как это все звучало? Звучало это вот так, друзья, да. Это было весело. Если бы это было не так страшно, да? Но это было вот так. Это одно сердце на всю банду. У нас лаги, как футбольная команда. Это за моих собак, да. Чемпионы улицы и чемпионы так-то. Снова победила правда. Да. А, теперь, да, наконец-то. Мы добрались до песни «Акулич Дубай». У нас есть клип. Действительно, клип. Сделаем так, чтобы не смотреть, что это такое. Да, что это? Почему так? Все, сюда. Здесь. Вот так, да? Да. Что это за трек? В смысле, ты не знал, что это за песня только что играла, бро? Так. Все. По синглам. Ну, это они и есть, бро. Это и есть синглы. Слушай внимательно, что нам предлагает Акулич в треке «Дубайск». Теперь уже точно, слушаем и запускаем. Информация о стримах, информация о всяческих историях и интересных вещах есть на этом телеграм-канале, но вам максимально похуй, и вы это перематываете и ждете начала трека. Let's go. Бритни Спирс. Токсик или что это такое? Что это такое? Прод тот же, да? Это вообще все заговор, друзья. Нас просто байтят. Нас просто байтят, короче, да. И подрывают нам жопы касательно расставания. Токсик и критик. Сегодня не занят, прошу, напиши мне, позвони мне. Пытаюсь с тобой говорить, ты меня перепиваешь. Разреши мне. Я улетаю в Дубай, самолет первый класс. Выставляю на сейфе свои пароли. Пина колада и лед, глаза закрывай. И не парят меня месседж в телефоне. Я улетаю в Дубай, самолет первый. Выставляю на сейфе свои пароли. Ответ на дисочек. Пина колада и лед, глаза закрывай. И не парят меня месседж в телефоне. Давай поним в Дубай и на закате плавать. И наплевать, что паспорта просрочатся сегодня. Сабина, этот февраль, меня достало плакать. Лучше смотри в мои глаза, держи мои ладони. Вместе мы можем колесить по миру. Вот это хорошо. Вот это кайф. Боже, как же я красива. Я улетаю в Дубай. Концовка отличная. Самолет первый класс. Выставляю на сейфе свои пароли. Пина колада и лёд. Такая ямочка, да, для разнообразия. И не парят меня месседж. Чеботина, да, есть такое. Хороший дроп здесь был, припев, вот, вообще, вот это очень крепкая часть.
Клава Кока, Чеботина, да, в ту сторону. Но это хорошо, это правильное направление. Легкий такой, легкая самостоятельность, уверенность, движение, типа такая независимость. База, короче. Угу. Вот это было очень красиво. Есть места очень ровные. Первый куплет такой, сейчас. Если ты сегодня не занят, прошу, напиши мне, позвони мне. Твое время. Пытаясь тапать и мне. Твое время. Пытаясь тапать, говори, ты меня перепиваешь. Разреши мне. Я улетаю в Дубай. Ну, интруха, да, по сути? Да, по сути дела, это интруха. Занятно. Можно было с ямкой сделать, да, прям еще так, еще с ямочкой, чтобы поживее было. Можно как бы голос по телефону сделать. То есть в целом как дроп, если без контекстов, без восприятия артистки, да, и вот всех вот этих вещей, которые подогревали трек, начало очень такое тускловатое, само по себе, начало тускловатое. Шакира, ну, не со... Ну, как бы речь не про голос, да, как бы очевидно, Шакира это, ну, как бы, если ты говоришь про вайб, не знаю, Бритни больше. Токсик, короче, такой чуть-чуть токсик вайба. Токсик вайба, да? Токсик вайба, друзья, токсик вайба. И наплевать, что паспорта просрочится сегодня. Вот идея очень крутая. Такая с улыбкой, с проксимити, да. Прям такая вот эротичного флоу, короче, дать, да. Но закрыто слишком, да. Такого, больше игривости надо. Вот в таком вот. Был бы крутой дроп. Вот это такое ок, да. Здесь просто неплохо. Идея отличная. Вообще, второй куплет бомба с точки зрения идей. С точки зрения реализации, вот эта четверка, насколько я помню, жесть. Какая крутая. Тут чуть не хватило. Закрыто, да, немного. На закате плавать, и наплевать, что паспорта просрочится сегодня. Сапина, этот февраль, меня достало плакать. Лучше смотри в мои глаза, держи мои ладони. Вместе мы можем колесить по миру. Вот тут мясо появилось. Да. Вместе мы. Мух. Вот это мясо конкретное. Вместе мы можем колесить по миру. Я с тобой. Выкини свою мобилу. Спасибо, Бог. Боже, как же я красива. Я улетаю в Дубай. Самолет первый класс. Еще и сделали они ямку, да, здесь. Вообще топ. Да, вот, это, вот эта часть забирает страшно. Вот это все забирает. И припев становится недушным. Короче, вот это все слабо. Даже вот это, я думаю. Вот это как задумка, кайф, как реализация. Трек работать начинает вот отсюда. Вот отсюда, и вот этот весь припев, и аутер тоже, да, да, да. То есть он начинает работать со второй половины. Да. Выставляем на сейфе свои пароли. Пинаколада и лёд. Закрывай, да. И не парят меня. Дерзости надо ей больше. Да. Я думаю. Я улетаю в Дубай. Самолет первый класс. Выставляю на сейфе свои пароли. Пина колода и лёд. Глаза закрывай. И не парят меня. Месса в телефоне. Я улетаю в Дубай. Самолет первый класс. Выставляю на сейфе свои пароли. Окей, окей, окей. Окей, принимается.
На очень сложное поле она шагнула. На очень сложное поле. Харизматичных, ярких, независимых красоток, которые наслаждаются жизнью, делают, что хотят. Да, и вот такие, мне не плевать, и не, мне вот то, и все. Дерзость нужна, да, дерзость. Без грязи какой-то агрессивный, да, такой негативный. И если какой-то проксимити, то, мне кажется, надо прям секса жестко давать, его недостаточно. Угу. Рифмовым образом. Ну, просто понятно. Просто понятно, если какая-то залипательная история в припеве, улетая в Дубай, со мной первый класс, выставляю все свои пароли, пиноклады, лед за глаза, закрываю мне палец вместе в телефоне. Ну вот я улетаю в Дубай, да, типа за деньги, да, ну нет, конечно, за деньги, да, это прям жестко, это прям супер база. Стрим по синглам предыдущих недель, пока нет, бро, пока не планируется, по предыдущим, нет времени, к сожалению. Если будет время, я на Бусти что-нибудь послушаю за рубежком. Чадиш Гамбина, альбом очень хочу послушать. Первый класс, выставляю на сейфе свои пароли. Пиноклады и лед, глаза закрываю, не парит ни мессенджер в телефоне. Ну, такое, да, немного, немного дерзости есть немного здесь. Вставляю Аварня в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу на закате плавать, например, что паспорта просрочится сегодня, февраль плакать. Да, такая вот прям... Давай тусить, да, и все будет. То, что будет завтра, пофигу. Хорошая, да, хорошая идея. Я с тобой. Выкини свой мобил. Ага, можем колесить по миру. Я с тобой. Все хорошо. Я с тобой. Выкини свой мобил. Спасибо, Бог Божий, какая же я красивая. Да, залипательная тема. Круто. Круто, 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 круто. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. 7, я думаю, да. Можно поставить 7. Структура, ритмика. База базированная вообще начинается со второй половины. Да, в принципе, идея тоже очень хорошая. Как интро, первый куплет, если рассматривать, окей. Если бы он был с реализацией, с погружением достаточной, было бы круто. Но задумка отличная. Двойной припев в начале, ну, пойдет, да, пойдет. Второй куплет начинается отлично, заканчивается, потом дроп. В общем, короче, с середины второго куплета это 10. До этого это где-то 8. 9 я готов поставить. Реализация стиля. Звучит нормально, неплохо. Семь я готов поставить этому треку. Из-за харизмы 7, потому что где-то она прям 8 плюс показала, где-то прям вот здесь. 7 баллов. Да. Трек не знаю. Что-то есть на 4 вроде. 3 мало. Блин, вот очень забирает. На 5, короче, на 5 баллов забирает момент второго куплета и перехода на припев с ямкой. 4 поэтому. Здесь 5, по идее. Я думаю, да. Но обложку мы забирать не будем, да. Сложно будет конкурировать, это будет нечестно. Первая часть общения с плеер. Вайп 3. Да, вообще принимается, да. Вообще легко принимается. Но они хорошо отработали. Реально. Хорошо отработали. Да. Спасибо. Быстренько гляну рецензии. Ну, я надеюсь, что я быстренько гляну, да, и не забуду клип. Надеюсь. Пока не катаемся, да. Я думаю, что пока не катаемся. Еще песен. Короче, полгодика. Годик вот ей еще. И уже можем кататься, да. 66 баллов. 7 рецензий у нас есть. Акулич пока нет карточки. Очень мало треков. Kid Melt зато может зарегистрироваться. Да. Зато может зарегистрироваться. И рассказывать какие-то интересные вещи. Ставить авторские лайки, писать какие-то комментарии, как создавался трек, какие-то интересные вещи, которые, конечно же, можно рассказывать, ну, если бы артисты были не против. Исключительно про музыку и про песни. Я не говорю никакие там вещи про какие-то там отношения и прочие вещи. Абсолютно это неуместно и не нужно. Замечательный полет. Когда узнал, что окулич новый трек, думал, будет хуже. Но это очень круто, очень. Весьма неплохо, реально, весьма неплохо. Простые обычные структуры реализации здесь идеальный образ исполнен. Не выложилась харизма. Да, субъективные параметры я не оцениваю. Харизма. Окей. Бам. Сбросил Платон ради Папича. У нас определенная часть серьезная любовная драма. Пожелаем Платону силу. Извините, заслуженно 69 баллов.
3, 4, дефолт, норма для 3 мершения, никакой индивидуальности. Очень тяжело, конечно, да, я сейчас будет выходить из образа. Ну, хотя, с другой стороны, смотря какая аудитория, да, Мазелов тоже сейчас старается выходить из образа стримера. Это всегда какая-то работа, да. Это работа, которая предстоит, что вот человек там занимался одним делом, сейчас начинает заниматься другим делом. Я думаю, что все-таки она... Облога Топ Флом забираю в номинацию. Ну, в этом плане, да, бро. Облога века 100%, нет вопросов, но это будет нечестно, да. Единственная облога, которая могла бы ее побить, это облога Паши Техника. Да. Если начинаешь, начинай с простого. Неплохо, неплохо. Но с другой стороны, с простое будет неинтересно. Ей нужно ярко залетать. Учитывая личность, учитывая образ, ей нужно залетать ярко, и она, в принципе, это делает. Ноль изюма, ноль фишек, ноль интереса. Да. Стало лучше. Но то, что лучше, это 100%. Структура обалденная, точно лучшее, что есть в этом треке. Ага. Есть куда расти. 100%. 4. Абстрактная песня про отношения для хайпа. Не знаю, говорят, что эта песня писалась еще и в момент, когда они не расстались, да, поэтому как будто бы нет. Вот так. Вот так вот. Да. Смотрим клип. Погнали. Let's go. Okay. Okay. Он. Да. Если ты сегодня не занят, прошу, напиши мне, позвони мне. Да, жестко, да, скопшатывай. Говорит, ты меня переп... Очень агрессивно. Очень агрессивно, да, смотри. Пытаюсь тапой говорить. Да, нет мягкости попсовой песни здесь. Очень агрессивно ты машешь руками и говоришь нам. Ты говори, ты меня перепиваешь. Разреши мне. Я улетаю в Дубай, самолет первый класс. Выставляю на сейфе свои пароли. Пина колада и лед, глаза закрывай. И не парят меня месседж в телефоне. Я улетаю в Дубай, самолет первый класс. Очень динамично и агрессивно. Да, очень динамично и агрессивно, не под стать песне. Больше легкости должно быть. Здесь у нас какой-то, не знаю, рыпачок агрессивный. Что касается танцев в комнате. Блин, что-то... Ну такой легкий клип, да, типа ни на что не претендующий или что? Самолет первый класс, выставляю на сейфе свои пароли. Пина колада и лед, глаза закрывай. И не парят меня месседж в телефоне. Давай поним в Дубай и на закате плавать. Вот здесь я ждал, да, какой будет дроп, как это будет работать. С такой улыбкой, что давай, та-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 та. Такая чуть игриво-задорная история. Давай, та-та-та-та. И этого нету, к сожалению. Нет. Тут какая-то типа... Такое что-то прям более легкое, игривое, задорное, короче. Нет. Вот отсюда можно было начать. Давай рванем в Дубай, а с этой сцены и гораздо ближе. Давай рванем в Дубай. В таком духе, короче. Вот здесь было бы круто начать. Отличный переход и дроп был бы. Да. Я думаю, да. И наплевать, что паспорта просто... Тут агрессивно, она прям агрессивно работает. Какой-то рыпачок прям нам наваливает. Учиться сегодня, особенно этот февраль. Стала плакать. Лучше смотри в мои глаза, держи мои ладони. Вместе мы можем колесить по миру. Я с тобой. А вот это уже оно. Короче, смотри, единственный момент, где вот этот образ, такая
Шахиня, да, короче. Такая дерзкая шахиня. Я с тобой. Бам. Пацанчик. Все будет хорошо, дед. Не ссы, малыш. Прыгай. Вот этот образ, он вот под этот парт и визуально подходит отлично. Вот это. Тут вообще неудачный переход был. Что, что? Вообще рандомный кусок вставлен, типа вообще вот этот. Мне кажется, надо было вход в бассейн пускать с момента, боже, когда я как же я красиво. Вероятнее всего. Ракурс неудачный. Очень простой. Не показывает ничего. Да. Вот это прикольно. Здесь норм. Вот это неплохо. Нет. Короче, кто снимал, снимал плохо. Да. Да. Нет. Как-то помню, разбирали мы один из старых клипов Maybe Baby. Два или три клипа назад. И там тоже были ракурсы, которые должны показывать сексуальность, да? Но они ее не показывают. Причем, совсем не обязательно. Там какие-то оголенные части показывать, стринги и все такое. Совсем нет. Могут быть шорты, могут быть какие-то вещи, могут быть футболки даже, да, закрывающие вообще все. Это надо просто уметь делать. Это глаз должен быть набит. Здесь нет этого. Ни вход в бассейн, ни вот эта эротичность. Нет. Я улетаю в Дубай, самолет первый класс, выставляю на сейфе. Сами, да, сняли, я как понимаю. Да, это просто типа, ну, типа, просто. И свои пароли, пина колода и лед, глаза закрывай, и не парят меня, мессаж в телефоне. Я улетаю. Ну кто? Я считаю. Стоп, кадры, это мое все. Я считаю, что это не снимал Mama I'm Talented. Ну нет. То есть прикол в том, что одежда, вот все круто. Все круто. То есть прикиды, стили, вот все, как она выглядит, как она одета, все кайф. Но на кадре нет этого ничего. Глаза закрывай, и не парят меня, мы... А это очень важно. Потому что, как бы, она артистка, которая должна забирать харизмой и. Внешностью так или иначе, да? И это надо хорошо и правильно обыгрывать, потому что пихать просто там пошлятину, да, это ни в коем случае нельзя даже делать. Поэтому нет. Не-не-не. Дело не в ее опыте, бро. Дело не в ее опыте совершенно. Ну, то, что там... Просто смотрите, типа, играет музыка, да? Вот она отрабатывает в камере. Режиссер, что делает? Он такой, так, это слишком то агрессивно, бам-бам-бам. Здесь вот такой ракурс, угол, тут не видно, оператор, там-пам-пам. Вот так это делается. Типа ты думаешь, что актеры в фильмах, они просто... Крутой фильм получается, потому что они крутые актеры? Нет. Потому что им режиссер полностью разжевывает все, что они должны делать. Абсолютно все. Каждую эмоцию. Если у него что-то не получается, он переснимает 10 раз. Допускаю, что был ограничен бюджет, было ограничено время тейков, нельзя было переснимать 10 раз. Но, на мой взгляд, она как бы делает серьезные шаги, да.
Первые ее начальные клипы, они должны быть нереальными хитами, нереально красивые, они должны полностью ее презентовать во всех смыслах и делать это очень красиво, и этого нет здесь. Да, что касается цвета, да, именно покраски видоса, ну тоже, да, мыло какое-то, хуй знает. Не осознал. Прикольный, кстати. Титры. Ну вот так вот, друзья. Да. Арабский. Да, да, вот это все, честно говоря, платье. Как бы вот к такой истории, да, что это коктейль. Честно, честно. Нет, как бы, да, не представлено это как... сиять, короче, она должна сиять в клипе. Хоть одна, хоть в каких-то танцах где-то что-то. Вот здесь, да. Нет этого, к сожалению. Вот особенно здесь. Что это за кадр вообще? Мы что, на небо смотрим? Это что такое вообще? Для чего? Как, почему так много неба? Мы вообще-то не на небо пришли посмотреть. И даже не на голову, которую еле как видно, да, и которая идет вот на уровне. Значительно, как, во-первых, как бы, ну, вот так, и еще и вот так, как бы, ну, камон, бля. Понятно, что без какой-то избыточной порнухи, да, естественно. Все эстетично, все грамотно, все аккуратно. Ну нахуя нам на две трети неба-то пилить? Не знаю. Вероятно, это все было сделано очень быстро, там за полдня, наверное. Не знаю. Ну что это за ракурс? И какой-то прям кусочек крошечный, вот, вот. То, типа, что, что нам гостиницу показали? Да похуй на гостиницу, ее должно быть видно. Нет, не принимается вообще, короче. Не принимается. Я скажу так, песня лучше клипа. Песня лучше клипа, а вторая часть, вторая половина песни вообще охуенная и очень хитовая. Из этой части можно было сделать хит, докрутить это в полноценный вид и сделать нереальную эстетику на красоте, на... там, не знаю, каком-то фэшн-вайбе, еще хоть на чем-то, не знаю. Нет, короче, не принимается. Не принимается. Спасибо, тем не менее, ждем продолжения, да. Можно брать только за вульгарность, глубины тут нету. Да, вульгарности тут тоже особо нет, она и не нужна. Ни в коем случае не нужно молодой девушке заходить на сцену вот как-то вульгарно. Вся эта порнушная история, она уже типа, ну, как будто не, нет, да. Это можно только грамотно высмеивать, как Мэйд Бэби делает. А так, чтобы серьезно, типа там, йоу, смотрите, вываливать там все, да, со всех сторон. Нет, эстетика должна быть. Эстетика гораздо больше цепляет. Ее тут нет, к сожалению, да.